что такое день рождения. Это угощение, подарки и, конечно, поздравления. Каких только теплых слов не прозвучало в адрес детского сада Белля Кэш. И все это не просто так, ведь на днях ему исполнилось целых 5 лет. Знаем, нынче день особый, сердце стало веселее. Знаем, это детский садик отмечает юбилей. 5 лет, с одной стороны, не такой уж и большой возраст, а с другой – уже юбилей. У детей возраст 5-6 лет называют базовым, ведь фундамент личности закладывается именно в этом возрасте. И именно в этом возрасте можно понять, каким будет человек в будущем. Так и с детским садом Белля Кэш. Этот юбилей для него – только начало большого пути. Мы в этом году вошли в 15 лучших детских садов Республики Татарстан. И самое главное, что наши детки с любовью, с радостью идут в детский сад. Успехи детского сада отметили приглашенные на юбилей гости. Присутствовал на мероприятии руководитель исполнительного комитета Высокогорского района Ильшат Хуснудинов. Он вручил памятный подарок и благодарственное письмо заведующей детского сада Белля Кэш Эльвире Хайрудиновой. От чистого сердца хочу поздравить сад с юбилеем. 5 лет – это немного, им еще жить и жить, работать и работать. И пусть, улучшая свой труд, а также воспитывая детей, они добиваются новых, больших успехов. Главными звездами концерта, посвященного юбилею Белля Кэш, стали, конечно же, воспитанники садика. Маленькие артисты с волнением ждали этот праздник, учили песни и стихи, подготавливали танцевальные номера. И все это для того, чтобы поздравить место, ставшее для них таким родным. Ведь садик для них – второй дом, волшебный мир игр и друзей. Мы собрались, потому что сегодня у детского сада день рождения. Ему исполняется 5 лет. Я хочу, чтобы дети любили садик и чтобы он был всегда красивым. Я хочу, чтобы садик был всегда такой хороший. С днем рождения, садик Белля Кэш. Мы всегда любили этот садик и всегда будем его любить. Садик Белля Кэш отмечает свой первый юбилей. Сегодня ему исполнилось целых 5 лет. Они многого добились за это время, но то ли еще будет. Их главные успехи еще впереди. Гузель Газизулина, Фаниль Мухарлям. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.